Всех приветствую. Сегодня у нас на обзоре боевая катана. Эта модель одна из самых доступных по ценовой категории, при этом полноценно рабочая. Данная модель идет коричневого цвета. Есть модели черного цвета, черный глянец, мат, черно-зеленый, там, белый, кому какой угодно, на любой вкус и цвет. На некоторых моделях также на ножнах выполнен вот такой вот интересный принт. Ножны идут из дерева у нас, полностью лакированные. На всех моделях имеется на ножнах вот такое красивое плетение. Сталь идет на катане у нас нержавейка 9260, есть модели также из дамасской стали. Цуба у нас выполнена из латуни, есть также из мельхиора модель. Цельнометаллическая рукоять также идет с плетением. Сегодня будем проводить небольшой обзор, попытаюсь разрубить эту тушку, покажу, что катана полноценно рабочая. Начну я с шеи, попробую разрубить шею. Теперь разрубим ножки. И давайте целиком всю тушку. Вот такая вот рабочая катана, друзья. Покажи клинок сблизка. Без проблем. Для большего пушевого эффекта можно эти ножки тоже попробовать разрубить. Еще раз ударом. Не переживайте, пол у нас чистый, здесь постоянно моется. Вот такие вот боевые катаны, друзья. В наличии на любой вкус и цвет. Успевайте приобрести отличный подарок как для себя, так и для своего близкого человека. Я забыл добавить, что данные катаны у нас в подарок вот с такой подставкой. Можете приобрести катану и получить бесплатно в подарок вот такую подставку. Катана с тестом. Это.